Рубрика «Брать, не брать» и «Не вздумайте брать ЛТ-432». Если вам кажется, что это что-то похожее на тест ОЛТ, вы глубоко ошибаетесь. Если на тестолете УВН 5 градусов по какой-то мистической причине не ощущается, то на ЛТ-432 это огромная проблема. Данный аппарат может стрелять только на взлетной полосе. Касательно орудия, то с этим танком оно вообще несовместимо. Пробитие 175 мм для 8 уровня – это мало. Да, с этим можно было бы смириться. Казалось бы, закрутил танк или зашел в корму красной команде и нагибай, но нет. Стрелять эта машина может всего один раз в 8 секунд. Для легкого танка это огромный минус. Кстати, касательно динамики, то я бы и не сказал, что это прям юркий малый. Сравнивая его с той же рушкой, это и вовсе не динамичная машина. Касательно покупки, то я буквально его не советую никому. Ну а вот подписаться на канал действительно советую.